Всем привет! Сегодня выехал на рыбалку, хочу половить удочкой. Выбрал интересное место. Здесь залив реки, можно сказать. Вот, и здесь недалеко есть шлюз и небольшое течение. Но там уже место очень заросло, ловить недоступно. Буду ловить вот в этом месте. Вот здесь есть лилия. Вот, я думаю, где-то местечко выбрать возле лилии, попробовать его закормить. Вот, рыба есть разная здесь. Так что, я думаю, может хорошая плотва, либо чернуха, может подлещики, может и другая рыба будет ловиться. Погода сегодня хорошая. С утра немножко было прохладно, плюс 10 градусов, но днем обещают плюс 24. То есть хорошо, не жарко, можно сидеть целый день с удочкой. Все самое интересное, как всегда, вам расскажу. Вот, расскажу о наживках, о прикормке, также о снасти. Увидите интересную рыбалку. Так, я уже собрал удочку, немножко обустроил место. Сейчас вам расскажу о прикормке, которую буду сегодня использовать. Вот прикормка тоже магазинная, как всегда. Я использую такую вот с запахом чеснока, называется карась. Вот. Сейчас она настоится. Я уже ее вот замешал минут 5-10. И можно будет прикормить место. Место хочу прикормить вот возле этих лилий. Видите, место здесь такое неплохое. Тут перекатик. Сейчас промеряю глубину. Вот, и буду начинать рыбалочку. Сейчас попробуем подкормить место. Буквально несколько шариков сделаю. Клев и так есть. Я думаю, чтобы собирать рыбу, я думаю, может что-нибудь крупное подойдет. Забросим немножко прикормки, чтобы собрать рыбу в месте ловли. Еще один достаточно. Прикормку я сделал такую более тяжелую, побольше воды, чтобы она удерживалась на дне. Все этого достаточно будет. В процессе рыбалки буду подбрасывать потом. Сегодня буду ловить на мастырочку. Мастырочка у меня самодельная. Вот, есть рецепт на канале, как ее приготовить. А также я сюда кое-что добавил. Вот, кому интересно в процессе рыбалочки, я расскажу, какой сюда ароматизатор. Вот, я сюда добавил. Глубина ловли где-то 2,5 метра. Есть. Ух ты, хорошая что-то. Крупнячок, крупнячок. Вот это крупнячок, плотва. На мастырочку. Вот это плотвичка. А, красавица. Вот это плотвичка. Видите, какая красавица. На мастырочку уловистую. Секретная добавочка есть туда, мастырочку. Кому интересно, смотрите, расскажу. Наживляю вот так, таким шариком. Вот, поклевки происходит с глубины где-то около 3 метров. Сейчас
Ну, хорошее что-то сопротивляется. Ого. Вот вещи. Вот вещка хорошая. Вот это плотвичка, на плотвичка. Опа. Сейчас покажу вам крокодила. Вот такой вот крокодильчик. Вот вещи. На мастырочку. Уловистую. Опа. Это рыбалка сегодня. Удачная. Здесь рыбак на лодке. Сейчас вам покажу. Может, будет видно. Ловит спиннингом как раз там, где выход канала. Очень место хорошее. Там щука целый день там охотится. И окунь. Так, наживляю я. Делаю такой крупный шар. Покрупнее. И рыба попадается покрупнее. Опа, красавец, на мастырочку. Кому интересно, есть рецепт мастырки. Ну, в эту мастерку я еще добавил сегодня один ароматизатор. Очень интересный. Вот. Смотрите, узнаете. Есть. С лету. Просто рыба с лету берет. Вот это да. Вот это рыбалка сегодня. Красота. Вот это красота. Плотвища. Вот это плотвичка. Так, плотвичка. А? Красавица. Только забросил, сразу раз и есть. Ой. В конце рыбалки расскажу вам еще секрет, почему рыба ловится сегодня хорошо. Вот. Что влияет на это, я уже не раз рассказывал в своих видео, но для новых зрителей, я думаю, будет это интересно узнать, почему именно сегодня рыба ловится хорошо. Какой секрет наживки? Какой секрет ароматизатора? Все секретно. Плотвичка. Так, плотвичка. О. Леска у меня
0,22, поводочек 0,16. Вот огрузка 1,5 грамма, 3 грузика, вот такие самые обычные. Поплавок «Гусиное перо», всем рекомендую, считаю, даже может самый лучший поплавок. Есть, конечно, магазинные хорошие, фирменные. Сейчас наживляем мастырочку. Оп. Часто вот наблюдаю вот такие вот котлы. Это окунь охотится. Вода начинает вскипать от малька. Видите? Такие интересные моменты. Ого, вот это рыба, не поднимается, вот это рыба, что ж там такое, ого, вот вещи сегодня ловится, красота, на мастырочку, вот это мастырочка у меня. Никто не догадается, что там. Вот такая плотва ловится. Красавица. Плюс рецепт изготовления. Тоже там секретные добавки. Вот. Рекомендую попробовать всем этот рецепт. Есть на канале видео. Вот как приготовить мастырку. Ну, в эту мастырку я еще немножко добавил ароматизатора одного интересного. И клюет. В начале рыбалки я пришел, попробовал просто без прикормки. Вот, на эту мастырку сразу поймал две плотвы хороших. Вот так наживляем, забрасываем, оп, и вытягиваем рыбу. Сейчас небольшая пасмурность, погода хорошая, не жарко, отлично для рыбалки. Опа, есть, ух ты. О, хорошее что-то. Хорошее, хорошее. Вот это чувствуется хорошее плотво. Вот это плотвичка. Отличная плотва. Вот это рыбалка. Забросил и вытянул. Вот такие вот секреты. В конце рыбалки покажу свой улов, расскажу вам, вот что я туда добавил, какой ароматизатор. Вот, ну, есть рецептик, так что смотрите, узнаете. Главное, это добавка. Ох, как варить мастырку, это каждый знает. Горох, манка
Вот еще есть кое-что, что я туда добавил. Вот работает, рыба его чует запах. Сегодня была отличная рыбалка. Сейчас вам покажу улов и расскажу, в чем же секрет самой наживки и прикормки. Вот такой улов сегодня очень хороший. Ловилась в основном плотва, ловилась на мастырочку. Вот по моему рецепту есть видео на моем канале, кому интересно, смотрите. Также я добавлял в мастырочку аттрактант, называется леш солодкий, стремовский. Очень хорошая штука, запах такой травяной, укропа. Вот, видите результат. А также ловилась рыба на опарыша. Вот, пробовал вот такие две наживки. Еще небольшой секрет, почему хорошо сегодня рыба ловилась. Это потому, что сегодня уже второй день, как появился молодой месяц. Это всегда работает, можете запомнить себе. Я уже много раз всем говорил, что рыба хорошо ловится на молодой месяц. Любое время года причем. Вот, ну, естественно, если вы умеете хорошо ловить рыбу. Всем, кому понравилась моя рыбалка, вот, и секреты, подписывайтесь на мой канал. При подписке не забываем активацию колокольчик. Вот, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Будет много интересного. Всем желаю ни чешуи, ни хвоста. До новых встреч. Всем пока.